Расположенный в самом сердце старой Ниццы, собор является главным памятником города, который нельзя пропустить во время путешествия. Первоначально он был расположен в верхнем городе, на Замковой горе, надежно скрытой защитными укреплениями герцога Савойского. Собор был освящен 30 мая 1699 года епископом Анри Прована де Лейни. Площадь перед собором была увеличена после 1815 года в соответствии с проектом расширения городской территории, разработанным Консилье де Орната. Это нетипичный собор. Снаружи фасад выполнен в стиле итальянского барокко, украшен четырьмя статуями, представляющими основателей церкви Ниццы. Они окружают покровителя города, сидящего над главными дверями. Для этого архитектурного периода характерны желтые и пастельно-зеленые цвета. Купол в задней части собора сделан из желтых и зеленых плиток охры, символизирующих тот период. Интерьер здания тщательно детализирован.